Челябинске родилось много потрясающих людей. И такая есть премия «Светлое прошлое». Вот 8 лет подряд мы награждаем. Там и Белзе, и Александр Градский, и Анатолий Карпов, и другой шахматист Свешников, и космонавт Феоктистов, и Макаров, и Лидия Скобликова. В общем, такой список, такие люди, я ничем, кроме как радиации, не могу объяснить. Вот. И знаете, в этом... А тут мы были в Чехе. Были в Чите, ну что там, Забайкальский округ, я говорю, вон у нас, смотрите, а у вас что там, Чита, кто там у вас родился-то? Они мне говорят, у нас Чингисхан, срезали, и что, я им сказать даже нечего. Вот у нас родилась писательница, не родилась, а она приехала попозже, она там закончила пединститут, жила, работала, писательница Щербакова Галина Николаевна, которая написала сценарий для фильма «Вам и не снилось» и еще массу прекрасных произведений. И как-то ей сказали, что-то, знаете, кто, один критик ей сказал, вы так пишете печально, как будто у вас нет одной ноги. И она говорит, и я поняла, что веселые произведения могут писать только двуногие. Вот это я к тому, что, собственно говоря, у меня все песни какие-то невеселые. Это песня из нового альбома. Как приснилось, так и получилось, как хотелось, все произошло, как не вилось, все-таки случилось, и казалось, просто повезло. Но может, так судьбе угодно было, чтобы душу временем прожгло. Только вряд ли ты его любила, может, что и было, да прошло. Только вряд ли ты его любила, может, что и было, да прошло. А жизнь, она одна, в сосуде, как вино, и с кем нам пить до дна. Знать не суждено, может статься, скоро расставаться, чтоб с собой немножечко побыть. Сколько можно снова оставаться, чтоб кому-то сердце не разбить. Сколько можно снова оставаться, чтоб кому-то сердце не разбить. Ведь жизнь, она одна, в сосуде, как вино, и с кем нам пить до дна. Узнать не суждено, жизнь остудит, и он еще побудет, если будет, что еще отдать. Только вместе их уж не разбудит звоном колокольным благодать. Только вместе их уж не разбудит звоном колокольным благодать. Все высоко зарастет осокой, к новым гнездам улетит птенец, и кому-то будет одиноко, а кому-то лучше наконец. И кому-то будет одиноко, а кому-то лучше наконец. Ведь жизнь, она одна, в сосуде, как вино, и с кем нам пить до дна. Узнать не суждено,